Всем привет, ребят! В общем, это необычный юмористический ролик. Не так давно у меня произошло горе в семье, и этот свет покинул мой родной человек. Некоторые уже догадывались, некоторые вообще мне писали непонятные такие вещи, типа, зачем ты хайпуешь, для чего тебе это все надо. В общем, я обещал вам рассказать, я сейчас расскажу все по порядку. Ну и, наверное, моя аудитория узнает меня чуть-чуть с другой стороны, не как блогера, а как, наверное, больше человека. Сейчас камера просто в режиме лайва. Давайте, наверное, я присяду сейчас. В общем, как только тяжело сейчас вообще все это рассказывать. На самом деле, почему я не рассказывал это столько времени, потому что просто-напросто мне было тяжело, и я думал, зачем вообще, для чего это нужно. Но мне хотелось с кем-то поделиться, и на протяжении всего момента я делился с вами, как у меня обстояли дела с моей бабушкой. И большая часть аудитории знает, что ее положили в больницу, и у нее была вот эта наша неприятная болезнь, и так получилось то, что она пролежала там месяц, и закончилось это все... Закончилось это все тем светом. Уже прошло довольно-таки, наверное, с этого момента прошло, наверное, уже недели 2.5. И вот сейчас вот я посчитал нужным, раз я сказал «а» тогда, и расскажу вам вообще, наверное, хронологию и как вообще все обстоит у меня в семье. Чтобы вы понимали, ребят, 20 лет назад умер мой отец. 10 лет назад муж моей бабушки, мой дед. И вот сейчас моя бабушка. И по сути с этой фамилией остался я один. Ну и по той половине у меня больше никого не осталось. Чтобы вы понимали, разница между тем, как муж и моя бабушка, дед мой умер 10 лет назад, а бабушка, вот, грубо говоря, сейчас, все эти года она практически не могла ходить. И мне приходилось ухаживать, она потому что была своего рода такой человек, что должны, ну, как-то, она не то, что должны, а хотела, чтобы я принимал участие в этом, помогал ей. Ну и я, в свою очередь, тоже же не мог отказать. Я и учился, помогал, потом ездил, помогал, потом разные болезни случались тоже, когда человек все переставал ходить, и она даже, ну, ничего не могла даже сходить до туалета. И приходилось помогать, делать все, приезжать, ухаживать. И почему для меня это было так тяжело, я не мог вам это все рассказать. Ну, наверное, вот из-за этого, потому что этот человек жил практически на моих руках последнее время. И даже сейчас мне, наверное, тяжело просто рассказывать. Я говорю, я не хочу показывать эту сторону, свою сторону. Она, скорее всего, для вас, как для меня, для мужского пола, слабая, но вы уж поймите. Ну и, по сути, уже прошло 9 дней. Сейчас 2 мая будет 40 дней. Наверное, вот с этим я и хотел поделиться с вами. Все, ребят, наверное, давайте будем заканчивать. Под конец, наверное, хочу сказать, берегите себя и своих близких. Цените моменты. Всем добра. А мы едем дальше.